Уф. Надеюсь, будет интересно, надеюсь, будет потно. Может быть, даже будет 1-1. Это будет вообще круто на самом деле. Будет такое жесткое месиво. Потом без права на ошибку в третьей игре. Просто сейчас у ребят из Севенхит есть право на ошибку, они могут проиграть. Возможно, будут играть не в полную силу. Возможно, а возможно нет. Бристлбэк залетает в банд команды Seven Hit. Это хард герой такой, очень хорошенький, очень противненький в какой-то степени. Что будет дальше? Дальше будет пик от команды Seven Hit. Третий пик. Это Shadow Demon. Интересный выбор. Я его впервые вижу на турнире нашем, ну именно конкретно 5 на 5, и возможно он все-таки был, но я их просто не видел, не комментил, это страшненькая морда. Ну все-таки да, Ришак это будет мид-герой, потому что Shadow Demon с Рубиком это у нас саппорты будут как-никак. Мы видим Ришачка в миду, это будет хорошее, думаю, зрелище, просто замечательное зрелище. Правда, я хотел увидеть шторма в миду. Возможно, будет шторм от ребят из команды US. Все может быть. И на этом, думаю, может быть, будет второй саппорт, то есть первый саппорт. Сейчас будет какой-нибудь второй саппорт. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас остается у ребят из фанхита, остается пикнуть керри, остается пикнуть хард героя. Рубик, кстати, очень хороший вариант против гирокоптера, который будет у него воровать, в принципе, все скиллы, как и Лину, Лины есть что поворовать, там, в принципе, реально все, там все прожимается, кроме пассивы третьей Лины. У гирокоптера вообще все прожимается, если он еще и ракетку качает, так это еще и ракетка будет. Йоршейкер залетает от команды US в пике, это будет, я думаю, второй саппорт после Лины. Возможно, все-таки я не прав, возможно, это будет хард-герой, но посмотрим, посмотрим, кого и как возьмут ребята. Так, кстати, я заметил, что ребят, по-моему, из 7-Hit какой-то интересный. А, это маска. Это маска кота. И маска интересная на самом деле очень. Такая, как будто она откуда-то взята. По-любому. Так, четвертый пик сейчас будет от команды 7-Hit. Это будет, я же говорю, либо керри, либо хард-линия. Это будет Клокворк, это будет хард-линия. Клокворк, это очень интересно. Это тоже, по-моему, первый раз я вижу на турнире. Причем не только 5 на 5, а еще и в целом на турнире. Клокворк это очень хороший хард-герой. Не знаю, любит ли он гирокоптера, я на самом деле не в курсе по поводу этой аналитики. Я аналитику не провожу, я просто комменчу, поэтому я немножко умолчу на этот счет. Как-никак. Ну, Клокворк, да, Клокворк это очень хороший вариант. Это будет врыв, постоянный хороший врыв. Антимаг залетает от команды US. Походу, ребята из команды US будут иметь два керри-героя. Нормальная тема. Антимаг, может быть, скорее всего, пойдет в харду. И будет там не фармить, а получать экспу, возможно. Возможно, гирокоптер пойдет в харду. Может, это будет даже дабл. Может быть, гирокоптер пойдет в мид, как старые добрые времена. В общем, такие вот у нас интересные пики от ребят из US. Так, ребята банят Феникса и Блудсикера. Это Феникс и Блудсикер. Интересный выбор для бана от ребят из Севенхит. Ну,
Так, резерв тайм уходит, ну, есть достаточно много времени, не знаю, я надеялся, что ребята сейчас быстренько все это сделают, быстренько попикают и быстренько начнут играть, но, как мы видим, все это происходит не очень-то и быстренько. Секунд остается. В принципе, время еще есть. Тридцать секунд. Ребят, давайте быстрее, что ли? И вы до последнего будете затягивать, какого же мид, ну, то есть, какого же керри вы изберете себе. Кстати, будет интересно посмотреть на Shadow Demon все-таки в пике, да и на Рубика тоже. Как ребята сейчас будут отыгрывать на этих двух саппортах, это очень хорошие два саппорта, в принципе, оба интересные. Сларк будет керри у команды 7-Hit. Хороший керри. Интересный выбор. И я думаю, мы видим все-таки хорошую и интересную игру, как хороший интересный выбор. Остается все-таки непонятно, кто на самом деле остается у ребят из команды US, кого они сейчас пикнут, потому что, блин, этот антимаг меня просто как минимум смущает. Да, резерв тайп тоже уходит, остается 50 секунд. Плюс там было немножко. Ребята потратили почти все резервное время, на самом деле. Не показывается, вот не показывается, что у Рубика есть ульта. Ой-ой-ой. Что я открыл? Я услышал анимацию стана. Это все, что я услышал. Не, услышал анимацию стана. В общем, услышал, как Ренат где-то стан. В общем, такое. Вот, меня немножко реально смущает, что нету. Ну, в общем, неважно, да. Возможно, не помещает на 6 хилов. Найт Сталкер залетает команда US. И для меня это тоже просто... Ну, а, это будет мид-герой. Найт Сталкер это будет мид-герой. Антимаг, наверное, пойдет все-таки фармить. Герокоптер пойдет в соло хард, возможно. Ну, не знаю, сейчас как это все будет происходить. Ой, интересный все-таки реальный выбор. Лина и Шейкер это будут саппортами все-таки. Ну, достаточно интересный выбор. Интересный выбор. Так, пока не пикаются, пока не знаю, кто чё, куда и когда. Поэтому так вот все будет происходить. И даже на самом деле сниму наушники, в принципе, меня слышно, если я не буду у них находиться. Потому что у меня уже на самом деле даже уши болят. Я просто не буду слышать, что происходит в дотке. Вот и все. Ну, а это не так уж и хорошо, не так уж и плохо. Это не мне решать. Так, сразу вырезается пауза. Это, в принципе, стандартное такое. Ребята из US, это ребята слева. Инстинкт будет играть на лине. Да, вот она. Каскинс будет играть на Герокоптере, Факингопник Тесла будет играть на Йоршайкере, и Многоточие будет играть на Сталкере, и Эксе будет играть на Антимаге. Команда справа это 7-Hit, Маккория будет играть на Лешаке, Мистер Бред будет играть на Шадоу Демоне, Пусси Дестройер будет играть на Рубике, Кавай 2D Queen будет играть на Клокверке, и ВНБ будет играть на Сларке. Такой у нас выбор. Такая у нас расстановка. Расстановка пока неизвестна. Так, есть у нас у Лешачка тут что, этот самый, эта вот штуковина. С International. Посох. Жесткий посох.
Так, игровая статистика мы открываем. Поехали, поехали. Так, ребята все-таки встретятся вот здесь вот. Сейчас они встретят тут антимага, у которого есть демонты. Так, цепляют. Стан, сейчас должен быть стан. А, стана не будет, будут молнии. Улетает антимаг. Антимага сложно на самом деле цеплять. Надо было раз все-таки качать стан ребятам из команды. 7 хит, чтобы забрать этого антимага, потому что молнии это хорошо, молнии это больно, но стан это есть стан. Будут ходить, на самом деле, думаю, антимах уже отжирается Тангусиками. Вард, ребята, тут поставили обсерв команды US. Да, пошли все-таки на верхнюю руку, большой чок будет подбирать эту верхнюю рунку. Тут будет подбирать рунку Найтсталкер. Найтсталкер будет медовой. На четвертой ноте мы увидим ганги. Ганги это хорошо. Вот у нас такой Найтсталкер обычный. Но сам по себе Найтсталкер уже необычный. Потому что это такой крутой герой. Это типичный герой сил тьмы. Он играет на силу на стороне света. Просто стоит пока кого вот так вот. Ну, это такой, ой, да, ой, там кого-то он добил. В общем, да, вот такой вот у нас парень сильный, накачанный, почти красивый. Особенно ночью, как он красивый будет, я покажу это. Так, молниями зашли. Открылась только что пасть у него, когда он его давал. Фу, интересный герой, уже день. Такой себе Бэтмен. Так, что там у нас? Фисурочка по Рубику. Ой-ой-ой, тут забирают ребята, по-моему, парня. Нет, а нет, у нас тут просто драка 2 в 2, саппорт на саппортов. Тем временем Кирокоптер стоит вместе с... Так как, Антимаг все-таки соло, да? Антимаг соло против Клокорка. Антимаг имеет аж 2 крипа. Клокорк имеет даже два крипа, по-моему, ребята просто тупо фармят. Пока посмотрим на антимага, у него тоже сетик, все дела, у него есть две манты. Это тоже прикольно очень. Такие штуковины эти манты. У меня есть башара, а это манты. Не знаю даже, что лучше. Башара все-таки покрасивее выглядит и немножко другую анимацию. Тут. Так, Клокорк должен выглядеть с сетиком у нас. Интересно, какой клокворк. Щиточка. Ну, вот такой у нас клокворк. Так, Лина у нас тоже не голая. Тоже интересный такой. Сет рядом с ней. Вот шейкер сразу на него и нажму. Но у него ничего нет. У него, он пустой, в принципе. Вообще пустой. Это все стандартная тема. На самом деле, не понимаю, как этот тотем вообще с него не падает. Ну, знает. Так, гирокоптер. Вот у нас гирокоптер. Такой себе эльф. Ух, какой же мужичок такой. Так, гирокоптер. На сталкер мы показывали. И антимагом мы показывали. Шрак имеет у нас вот такую тему. И крипа. На крипа нажал. Посох. Посох у нас имеет. Другая там анимация стана. Все дела. Вот Shadow Demon бегает. Даже не знаю, есть у него садик или нет, потому что я на самом деле даже не помню, как выглядит стандартный Shadow Demon. Наверное, все-таки это и есть стандартный Shadow Demon. Тем временем проливает первую кровь у нас Сларк, убив Лину. Мы тем временем показываем вам Рубика. Это Крипмаг. Вот у нас Крипмаг. Эти ребята очень любят забивать фласки, забивать кларити или ботли. Да, еще они любят заходить так вот в леса и показывать противникам, где прячется паренек. Так, вот Рубик у нас тоже стандартненький такой. Клокворка я уже показывал, в принципе, да. И Сларк у нас тоже... Нет, или не стандарт, нет, потому что у него что-то на голове такое интересное, по-моему. Необычная. Ну вот видите, на модельке у него такой что-то другое, не такой капюшон, как вот здесь вот.
Ну, Сларк есть Сларк, в принципе, тоже. Такой себе герой нейтральный, ни за тьму, ни за свет, скорее. Просто герой. Так, 1-0 счет у нас в пользу команды Seven Heat. Третья минута матча. Сейчас может быть фисурочка залететь. Стан не попадает. Так, осел у ребят есть. Тут есть, да, мой олень. Точнее, мой баран. Мой баран. Так, есть манал из большака и на стан, и на молнии. Можно пробовать забирать, на самом деле, пока нету ночи. Потому что если будет ночь, то забирать будет значительно сложнее этого Найтсталкера. Потому что это Найтсталкер. Это парень, который дерется ночью. Который дерется больно. Так, мой дом забирает, не стесняется. Действительно, ничего стесняться. Так, идет он на нижнюю рунку, как раз четвертая минута будет, как раз будет ночь, и он заберет эту рунку, и это будет интересная рунка, будет ДД, и ему надо что-то делать. Показывают ребята, что надо отходить под товарочек, если что, клокворку желательно. Тут у нас ничего не происходит. Но сейчас, возможно, пролетит к ним вот этот парень, который уже купил себе тапок и... Меня немножко оскорбляют. А, ну да, ну да. Конечно, никому не интересны эти сетики. Ну, понятно. Не шарят люди. Так, идет Найтсталкер, по-моему, до конца. Есть тут сейф ТП. Надо отходить этому Найтсталкеру теперь, потому что может быть очень больно. Надо цеплять как-то. Пытаться... Ой, стан, хороший стан, залетает, больно, очень больно этому Найтсталкеру. Вот только Найтсталкер убивает. И все. Сейчас он может еще один килл замутить, смотрите, на развороте. Ой-ой-ой, дабл килл от Найтсталкера. Найтсталкера уже ночью не трогать. Это уже у ребят счет 2-1, и все это сделано. Найтсталкер молодец. В общем, как же только что отыграл Найтсталкер за... Это все ДД было у него еще с той 4 минуты, уже 5 минута 20 секунды, ДД все еще работает. Он даже мог еще, да, на самом деле, пойти вроде подраться. Что мы имеем? Мы имеем то, что нет уже у нас Шейкера, и нет у нас Рубика со Сларком. Забирают все-таки еще и вместе с этим Герокоптера. 2 в 2 разменчик получился, Герокоптер, Шейкер, Сларк, Рубик. И тут прибегает теперь еще и Найтсталкер. Найтсталкер очень больно, на самом деле, бьет даже без ДД. Сейчас Рубик должен пробовать словить как-нибудь. Ой, ловят все-таки парня. Забирает Найтсталкера, перед этим забирает Найтсталкер все-таки Лишрачка войдом. А нет, Лишрак убит нейтральным крипом. Но он получает голду за... Ну и опыт, в принципе, тоже за Найтсталкера. В общем, такой неплохой получился бой. Один в один, но так ловят этого паренька, цепляют. Очень больно на самом деле было Сларку, но в итоге Сларк выживает. Сейчас ракетка будет призалетать, но ракетку должны убивать, да, ракетка убивает, это 20 голды для Рубика. Это 20 голды для Рубика, вы просто прикиньте, сколько это... Сколько всего можно купить за эти 20 голды, это... Не знаю, это даже веточку не купить, боже. В общем, Найтсталкер тем временем отправляется у нас куда? Отправляется у нас к линии. По-моему, немножко подкатывает, не смотрите. Так, отправляется он наверх. Да, забирает быстренько он Сларка войдом. Вообще без проблем. Пока ночь, надо еще что-то пытаться делать на этом Найтсталкеру, потому что он Найтсталкер, потому что он дерется только ночью. Боже, какая у меня аналитика логичная. Ну все, это просто было 1-0. Забирает инвиз, Найтсталкер сразу же прожимает его. Это может быть, точнее, это не может быть, это скорее всего и будет килл Лишачка. То есть Лишачку. Ой, хорошо, сало дает прямо перед тем, как тот решил завязать. Так, станчик будет, станчик все-таки будет. Залетает еще Shadow Demon. Ой, Shadow Demon на самом деле очень больно было твой, да. Не знаю, может даже Найтсталкер сейчас попробует его забрать. Он обходит, да, он обходит это все дело, он сейчас хилится, и сейчас, возможно, еще один войд, тычка, и
не будет больше Shadow Демона. Да, видит на сталкер Shadow Демона. Прожимает сало, прожимает Void, тычка, все, нету Shadow Демона. Очень круто сейчас отыгрывает Найтсталкер. Очень хорошо это все дело происходит. Быстренько он это все бегает, убивает, тут мочит. Вот, а вот, кстати, насчет красоты Найтсталкера. Все, он закончился, день на улице. Какая анимация. Он даже не идет, он даже не летит. Все, нормально. Вернулся. Так, что мы видим? Тут внизу пока ничего не видим. 49 на 14 имеет крипстат антимаг. Это очень неплохой результат. В принципе, у него есть персик. У него есть 700 на руках. 800 на руках. 800 на руках. 900 на руках. Тем временем Лишак убивает все-таки Найтсталкер, типа, потому что все-таки день, да, за все. А, нет, потому что тут было 4 героя, и прожато было все, там даже хукшот был прожат. Уф, как же все-таки быть, ну, запинали, я не наблюдал за этом на этом моменте. Так, что гирокоптер? Гирокоптер имеет у нас почти фазы и имеет Ring of Aquila. Так, надо цеплять его, цепляют. Не вовремя, не по станечку, то есть не по таймингу прыгает, но в итоге забирают они Лиу, ну, надо прожимать тучку этому Сларку, пробовать пытаться прыгать, как же его зажимает, это собственный Клокворк, вот сейчас к Клокворку будет Бобо, на самом деле, тут подлетает Найтсталкер, он, правда, днем это все делает, но он неплохо тоже идет и днем, ночи у него нету, он не может ее прожать, боже, там 20 хп, и Клокворк добивает этого Шейкера, все-таки видел это все дело. Клокворк. Забрали, получается, Шейкера зеленой и отдали Сларка одного. Сларк, который прыгал раз и прыгал мимо. Точнее, прыгал он, в принципе, прямо, да, хорошо, но не по таймингу и не успел. Точнее, не успел, а наоборот. Так, что мы видим? 61 крипстат имеет антимаг, у него есть 1400 уже на руках. Этот антимаг просто фармит. Это правильное решение, так, ой-ой-ой. Что сейчас будет? Антимаг прыгал. Тут была драка только что керри, ну, при том, что у антимага больше в два раза просто крипстат, чем у Сларка. Сларк все-таки такой керри, который дерется. Ну, по-моему, он пришел все-таки мешать этому антимагу, хотя не особо он и мешает. Антимагу все-таки фармит как-никак. У Сларка нету маны прыгать. Вообще нет маны, в принципе. Так, улетает антимаг, не знаю почему. Может, думает, что сейчас кто-нибудь на него ворвется. Тут тем временем сейчас Шейкер, возможно, примет... Нет, не будет он принимать, антиульфсорочка немножко не такая, неправильно. Ой, какой был хукшот, но не достает немножко, буквально не достает до Шейкера. Это мог быть килыч на самом деле, только что для Клопорка. Хукшот откат более 60 секунд, 70 секунд, да. Поэтому теперь без хукшотика длительное время. Так. Что мы видим? Мы видим то, что ребята из команды... Как же называется-то? Seven Hit, да, точно я вспомнил. Пушат Т1 внизу. Все-таки решают ребята подпушить. Потому что понимают, что там есть гирокоптер, там есть антимаг. Там есть даже тот же Найтсталкер, который очень больно бьет в лейте. А у них только один лишак, который, в принципе, ты же рискать-то можно. И Сларк. Ну, надо все-таки, наверное, ребятам сенхит давить. Пробовать. Если не хотят выиграть. Если не хотят, пускай не давят. Это логично. Время у нас ночь. Сталкер уютно себя чувствует сейчас. У него еще есть бутли на иллюзии. Вот он, да, он их прожимает, сейчас он будет пушить Т1.
Скорость так ему позволяет это делать. Так, кстати, смотрите на иллюзии, они без крыльев. Так, бегает тут на сталкер вообще на вражеской территории, и ничего не боится, все-таки ночь на улице, никак. Если у него теперь своя ночь, на день может прожимать ее. Так, 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 что это у нас сейчас будет? Так, забирает Рубик фиссурочку, закрывает. Больно сейчас Рубику, надо что-то как-то пытаться клокорку закрывать. Рубик в итоге улетает, хорошо улетает, кулдаун залетает, в итоге нет больше с нами Найтсталкера, нет с нами Лины и Шейкер, вечная им память, помню, будем скорбим, все дела, ребята из Севенхит немножко выходят теперь вперед, они теперь делают пичные киллы, но на самом деле ребята из ЕС все-таки имеют это преимущество, 1500 по опыту и, ну, почти есть там какое-то минимальное преимущество по голде, но не особо. Антимаг делает себе БФ на транстримоте, в принципе, да, нормальная тема. Если у него еще помимо этого полный щиточек. Ой-ой-ой, какая фиссурочка только что была. Не добил. Антимаг, ту штуковину. Ну, может купить себе сейчас тапочку, на самом деле. Чтобы быстрее немножко бегать. Хотя, зачем ему бегать, уже блинкается, в принципе. Ну, наверное, сказал, что купит ПТ, я думаю. Фармит он этих хрипочков. Все-таки уже перебрался он в лес, в принципе. Ну, так вот, 900 голды у него имеется. БФ есть, можно фармить долго. Потому что пока не особо все пушится. Ну, наверное, ребята сейчас хит напрягутся и исправят эту ситуацию. Возможно, нет, возможно, не будут исправлять эту ситуацию. Так, что мы имеем? Мы имеем 1500 преимущества от вес и не имеет преимущества уже вообще по голде. Преимущество было только по экспе. Так, вар сейчас уже, да, вот тут падает, показывает вроде как это все дело. Смоки, тут просто ребята заходят. Вражеский лес. Тут луна, то есть луна ставит центряк, возможно, думают, что как-то парится их лес. Так, ой, по-моему, сейчас словят кого-нибудь, так закрывают. Ну, нет, антимага сложно словить. Реально сложно. Есть у него уже ПТшечка. Да, он даже попробует сейчас может подраться. Так, по-моему, у нас Рубик прилетает. Да, очень больно этому Рубику. Кулдаун не попадает пока, но просто забирают стычки его герокоптер. Так, тут люди временем ловят. А, нет, это сам себя словил. Только что Shadow Demon. Просто забирают ребята из команды US. Двух парней, двух саппортов из команды 7-Hit, поднимают немножко непреимущество, теперь у них более 2000 по опыту и 1000 по голде, но это, в принципе, вообще ничего не решает. Даже на 16-й минуте, всего лишь на 16-й минуте, в принципе. 11-11 счет. Возможно, ребята из команды 7-Hit как раз и будут пользоваться своим этим правом на ошибку, которая у них имеется. Так, покупается только сейчас Shadow Blade на Сларка. Так, закрывают антимага, да? Антимага пинает антимаги. Кулдаун залетает, отличный кулдаун, вроде бы, да, очень даже хорошенький. Еле-еле выживает этот Рубик. Ловит тем временем Сларк. Ой, успевает, более того, стырить Рубик станчик. Сларк забирает эту лину, и забрали они еще кирокоптеры, это дело пропустил. Фу, 11-13 счет. По графикам 3000, тут 1000, ну, ребята здесь все-таки ведут как-никак.
Но сейчас ребята из Сенхит хотят, по-моему, вернуть преимущество себе. Или не вернуть, а просто взять. Потому что у них, по-моему, не было преимущества как такового вообще. Да, не было, по сути. А там сейчас сам вард упадет. Ну нет, голда все-таки капает, нормальная тема. Так, появляется тут хорошая рунка для Рубика. Рубик подбирает, у него 500-500. 500-500-500 голды имеется. А мне уже спать хочется. На самом деле. Так, ребята. Там Найтталкер спит пушит днем. Ну, у него это получится. Ломается Т2. То есть Т1. Ломается Т1 и не уходит отсюда Найтталкер. Не хочет. Нет, теперь уходит. Крылышками махает. Летает и сразу получает стан. Боже! Кажется, тут зацепили этого бедного Найтсталкера, за это залетает кулдаун. В принципе, неплохо кулдаун, но ребята быстренько разбежались. В станчике стоит Лешрак, у него очень мало хп, надо отходить, но он не будет ходить, он будет прожимать все свои возможные скиллы. Он забирает, нет, не забирает, но все-таки Слары забирает, но станчик был хорошенький. Рубик себе забирает Rocket Barrage. И тем временем, боже, какой только что был антимага Мановойд, и Мановойд, все. Это вот закончился. Так, ой, тем временем Лешака забирают с лагуны, и теперь, мне кажется, за это поплатится, это Лина. Нет, не поплатится, Шейкер откидывается фиссурочкой, там очень-очень-очень на лоу хп уходит Шадоу Демон. Надо ему побегать, как-то уходить отсюда. Все это дело быстренько надо. Фу, что у нас теперь выходит? Что у нас выходит? У нас выходит еще 13-6. Тут ребята дерутся, вроде как на равных дерутся. US имеет преимущество немножко меньше, чем 2000 по экспириенсу. И вообще понты, в принципе, по голде. Так, что дальше? Что дальше? Антимаг пойдет дальше фармить. У него есть Яша, у него есть БФ, у него есть ПТшечка. У него есть ТП-шечка. Так, тем временем будут забирать сейчас Рубика, который ошибается, по-моему. Улетает так нагло, но не улетает в итоге. Ой-ой-ой, блинкается там антимах. Его кто-то ловит, пытается раскайтить. На самом деле, очень больно сейчас Шадоу Демону. Он может это поплатиться, то он это поплатится по-любому. Лешрак попытался спасти как-то, но ничего пока не получилось у него. Забрали Шадоу Демона, забрали Рубика. Пока ребята не хотят отдавать преимущество, по-моему, вообще. Немножко подняли, ну тут поты. Так, делается двойной стак тут. С самим Лешачком саппорты не нужны. А тем более саппорты мертвые были. Лешрак сейчас будет, он, наверное, ловить все-таки на сталкера, хотя это ночь. О, да, ловят, его поднимают, станчик дается, ульта прожимается, и при том, что на самом деле очень больно только что было самому Лешраку даже. Там пытался драться на сталкер со всеми, но в итоге на сталкера просто забрали в ноль. Ну, что мы имеем? Мы имеем то, что пушится Т2 уже крипами. Никто не спит пушит при этом. Старк, вот он, бегает. Сейчас он прыгает, боже, как же он прыгает хорошо. Тут у нас кулдаун залетел, забрали все-таки Рубика, забрали все-таки. Ой, еще и на Старка сейчас заберут, на самом деле, это 3 в 0. Хороший кулдаун. Вот что значит хороший кулдаун, вот что значит вся тима в сборе. И был даже ХСЛМ, более того. От Шейкера залетал. У Шейкера, кстати, имеется 2000 на руках, он уже достаточно близок к тому, чтобы купить себе дагер. Антимаг тем временем все-таки решает отбиться от крипов, он покупает себе Владмир. Ну, не знаю, правильно ли это решение на самом деле, но антимаг, который дерется, в принципе, постоянно, да, он будет нуждаться в Владмире, в принципе. Если бы он не дрался постоянно, надо было просто бы фармить, ему там манту делать, потом башер делать, потом
фьюсел делать, потом тараску делать и идти драться. В общем, так, что мы имеем? Мы имеем более 4000 по опыту ведут команда US, и немножко больше 2000 имеют преимущество та же команда по голде. 18-17 счет, 22 минута, в принципе, счет на равных, но по голде минимальная на самом деле, ну, может даже не минимальная, с учетом того, что 4000 опыта, тоже неплохо, но это все легко переворачивается, тем более ребятами из команды 7Heat, они показали в предыдущей игре, что они могут. Пауза поставлена кем? Пауза поставлена Ишачком. По-моему, в прошлый раз тоже этими же ребятами постоянно ставились паузы. И это очень даже неприятный момент. Что, кому приятны паузы, скажите мне? Кто-нибудь есть из зрителей, кому приятно, когда ставят паузу? Даже если это за вас, понимаете? Ну, то есть вы вылетаете. Ставится пауза. Вам приятно то, что вы вылетели? Я думаю, нет. Так, причина паузы, спрашивают ребята из команды US. Спрашивают капитан, да, все-таки инстинкт капитан, просто пикает постоянно у нас многоточие. Вот как дело происходит. Игра возобновляется. Пока, ну понятно, возобновляется, что ты делаешь. Причина паузы. Так, был вопрос. Какое это имеет значение? Действительно, какое это имеет значение? Какая причина паузы? Да какое это имеет значение? Ну, какая разница? У парня проблемы устроит? Нет. Ой-ой-ой, у нас тут начинается драка, драка, давайте. Уф, уф, уф. Ну, гоу, поехали, спрашивают. Гоу, гоу, все, едем. Едем, у парня закончились проблемы. Что мы имеем? Мы имеем варды от Лины. Варды от Лины. О, у Лины есть варды. У нее есть брейсер, у него, в принципе, больше ничего нет. Так, посмотрим, кстати, Затар. Мне тоже сейчас интересно посмотреть на Затар, ребят. Вот Лина, кстати, мы как раз на ней только что были. Это был брейсер, это был тапок, это обрежённые стики. Топорик для того, чтобы быстренько девардить все это дело. Герокоптер имеет доминатор, фазы, огр-клаб. Я думаю, что это будет не Саша Яша, это будет БКБ, это будет правильным решением. Шейкер имеет там много денег на руках, он имеет 1175, да, он имеет всего лишь тапочек, но он скоро будет с Дайгером уже бегать. Найсталкер имеет фазы, Вангуард, Урну, Ботель, обрыженные стики и все, в принципе. Антимаг у нас имеет самый топовый скрипстарт, поэтому у него есть Battle Fury, у него есть Яша, у него есть тут помощь точек, это Владмир у него, в принципе, есть. Там его несут, по-моему. Вскоре лежит. Да, Блинк покупается тем временем Шейкер, у Шейкера будет Блинк. Так, Лишак имеет у нас и Ул, Огр Клаб тоже он имеет, это будет тоже, я думаю, БКБшечка. Ну, Талисман, Ботл, Шадоу Демон имеет арканы, обрежённые стики, варды. Рубик имеет транквилы, урну, обрежённые стики, ну и так по мелочи. Клокворк имеет ПТ-шечку, форставчик, кольчугу среднего размера, ботл и обрежённые стики, ну и щиточек маленький. Тем временем, боже, что у нас происходит, пока я тут рассказываю. У нас уже завершается двойное убийство, завершается 2 в 3. Тут будет сейчас драка жесткая, и эту драку будет выигрывать антимаг против Клокворка. По-моему, сейчас даже заберут парня из команды 7Heat, потому что, ну, Манна Войд не надо прожимать, Манна Войда нету, в принципе, на сталке разбирает этого парня, это 4 в 2 размен, прожималась ульта, 4 в 3 размен все-таки, да, это, ну, как-никак, ребята из команды ЕС больше, более поднимают голды, и теперь у них, да и опыта тоже, и теперь у них более 5000 опыта и более 3000 голды, в принципе, это... Опять же, не особо много, и это все, в принципе,
можно будет вернуть. Тирими Шейки до сих пор фармит, у него есть даггер, но он фармит. Действительно, зачем драться, если он есть даггер? Хэслэм не был потрачен. Просто парня забрали, этого Шейкера. Антимаг фармит, у него есть Вагнер, как я говорил, у него уже сейчас будет манта. 2800 у него имеется на руках, сейчас он уже купил себе, да, несет, как он его называется, рецепт на манту. Сейчас он заберет парочку крипов, он мне уже, не надо ему забирать крипов, он уже, да, отправляет все-таки Куру в потайную лавку за ультимейтором. Тем временем у нас, по-моему, на сталкера забирают, день на улице, он не может быстро идти, тем более сейчас его, на самом деле, закрыл его же Шейкер. Забирают, Лину тоже забрали, Шейкер уходит на блинке, это 2 в 0. И антимаг идет сплитпушить. Антимаг идет сплитпушить. Типичный антимаг. Неплохо у него такая армия из крипов, сейчас он быстренько заберет это Т2. Да, забирает Т2, идет дальше в Т3. Ничего не боится вообще этот парень. Если ничего не бояться. А вот, вот ТП-шечка. Ну, это был шучок. Этого парня стоит бояться. Или нет? Антима говорит, нет, я не боюсь этого парня. Чего не бояться вообще? У Лешака нет маны. Можно прожимать мановойд. Но Антима просто уходит. У него нет... У него есть все, в принципе. Так, что у нас тут? У нас тут немножко такие агрессивные варды ребята ставят с команды. 7-хит, они пушат Т2 в миду, и все, это все заканчивается. Т2 стоит еще вот тут, и вот тут у ребята с команды US, и без команды 7-хит стоит вот тут, и вот тут тоже Т2. Это только что с помощью сплит-пуша снес быстренько у нас антимейдж. Манту ему приносят, у него есть манты, в принципе, в руках были изначально, но теперь у него есть еще и возможность ее использовать, эту манту. Что у нас дальше? Не знаю, во что пойдет дальше антимаг. В принципе, если это стандарт, то это будет все-таки башер. Потом пойдет Тарасочка, возможно. Так, тут с помощью доминатора ребята будут делать стаки двойные. Замерли в ожидании. Да, ой. Кстати, да, тут этот тот древний громозавр очень неприятный, потому что он иногда просто забивает и не хочет отводиться. Ну нет, тут двойные просто все-таки замутили. Сейчас двойные эти быстренько и зафармятся этим парнем. Так, БКБшечка у него есть, это правильное решение. БКБшечка это круто, БКБшечка это хорошо. Что у нас имеет Клокер? Клокер имеет у нас обраточку, имеет у нас форстапчик. Нет у него аганима для того, чтобы хукшот перезаряжался быстренько очень. Поэтому хукшота надо ждать 55 секунд. Тут у нас была драка против иллюзии антимага, да? Это, да, антимаг тут фармит. Правил иллюзии с манты. Фармит он чужой лес. У него есть 2000 на руках. И Аганим покупает Синайт Сталкер. Это его, по сути, такой первый жесткий арт. И он сейчас видит очень-очень много. Ну, прикиньте. Ну, вот сейчас показываю. Вот эту территорию он видит. Вот это. То есть он очень хорошо видит. Это как хотел только Найт Сталкер. Только хотел видит в нем. F8, лаг, сек. Теперь, ребятки, ща, в чем пауза? В чем причина паузы? Давайте отжимать паузу. В общем, такое. Кстати, 20 минут, мне до сих пор показан крипстат. Общая ценность, вот, у антимага 16 тысяч нетворса. После него идут ребята из команды 7-хит, это Лишачок и Сларк с 10 тысячами преимущества. Потом идут ребята с команды US, все-таки двое тоже, это Мидер и Хардер. Имеют они по 9 тысяч преимущества в целом, примерно около того. Это Герокоптер и Найт Сталкер. Потом идет 7 тысяч, почти 8 тысяч, имеет Клокер. Потом идут саппорты, все логично. Так, что мы имеем?
Что мы имеем? Кстати, по-моему, даже не досмотрели, что там у ребят. У Сларка есть Мант Стайл, и у него есть ШБшечка. Это все пока что у него есть. Вот. Так, имеет более 5000 преимущества по голде ребята из US и более 7500 по опыту. В принципе, я же говорю, это все возвращается спокойно. Так, у нас тут, по-моему, драка начинается. Тут, по-моему, Рубика уже принимают. Рубика приняли, Клокворка приняли. Лагуна хорошая залетела. Найсталкер забирает Рубика. Клокворк забирает. Только Клокворк забирает Лина с помощью Лагуны. Рошик стоит. Рошик стоит спиной. Вот такой стоит Рошик. Найтсталкер сейчас ночью, да, и поэтому он видит, в принципе, очень даже хорошо, очень даже много, очень даже заранее, и сейчас вообще более чем комфортно. Сейчас он может даже вот ставить вот этих вот двух ребят. Тут есть антимаг, тут есть Лиша, который включил уже БКБшечку, у Лишака есть БКБшечка, уже 9-секундная БКБшечка. Прожимается от Сларка ШБшечка, но ничего не происходит, просто фармит лес. Антимаг тем временем никуда не собирается уходить. Оставляет иллюзии. Это сплит пуша. Хорошо иллюзии бью достаточно. Без проблем они убивают пачку крипов. Господи, что же там происходит? Так, что мы имеем? Мы имеем еще 24-22, и преимущество все-таки за командой US уже более 10 тысяч по опыту. И около того пытаются ребята выйти в голде. Так, вот, по-моему, антимага, прожимается Монтастайл, уходит антимаг. Сразу ТПшечка, да, не словили, не словили. Но попытка была хорошая. Так что даже ульта прожималась. Что-то где мы. Ну, в общем, ладно. Так, да, все-таки покупаю себе башер. Антимаг. Стандартный антимаг, в принципе. Только еще ладно, у него есть. Это для меня это антимаг, у которого были проблемы с фармом, но у него, по-моему, все было хорошо с фармом, он немножко просто дрался. Не знаю, что будет дальше. Будет ли дальше Тараска, или все-таки полный абюсл будет собирать антимаг. Тут заблочили, по-моему, ребята, спам. Заходит антимаг и видит, что никого нету. Классная тема. Тут антимаг уходит. Ну, шейкер тем временем фармит вот этих вот ребят. И правильно. Так, он будет, скорее всего, собирать себе меганим. Это будет правильное решение. Может, рефрешер сразу соберет. Не знаю, что лучше. Одна хорошая ульта или две такие себе. В общем, что? Антимаг, блин, бегает хоть как у себя дома в вражеском лесу, он вообще ничего не боится, он, да, он все-таки имеет готовый нетворс. По-моему, ребят даже его боятся в какой-то степени уже. Он уже имеет достаточно неплохой затар. Выжигает ману хорошо так. Даже при том, что антимага там на самом деле не было. Так, прожимается тут смока, по-моему, это все виделось. Видел Найсталкер. Возможно, не видел. Так, идут ребята в вражеский лес, тут никого нету. Тут есть вот гирокоптер. Вот лейтер, наверное, гирокоптер. Отсылает гирокоптера, быстренько что-то у него тырят. Там кулдаун залетает по троим. Хороший кулдаун. Тут, по-моему, парень будет драться до последнего, так сказать. Ну, в итоге его убили. Убили его все такие по пол хп, но... Все-таки быстренько, точнее не быстренько, очень долгенько пинали этого гирокоптера и запинали. Есть у Рубика Rocket Parage, если бы у него был кулдаун, было бы значительно интереснее. Тем временем Клоквер, который забирает антимах прямо на базе. По-моему, антимах вообще реально ничего не боится. 3000 имеет он на руках. Когда у него будет 3200, я пойму, может быть, что-нибудь. Будет ли он собирать все-таки абьюсов, или он будет собирать что-нибудь другое. Так, Т200 у него есть. И он идет фармить дальше. Да, думаю, что-таки что-то будет абьюсов полный. Это 3800. И будет у него тогда уже не просто башер, а башер, который бьет хорошо. Так, интересный момент. Сейчас я
Отключусь, отключу микрофон. Так, ничего не произошло, поэтому все замечательно, в принципе, получилось. У антимага есть 3800, даже 3900, он все еще в арабском лесу, он вообще ничего не боится. Теперь можно ему спокойно отправлять иллюзии по спидпушить и отойти в саму в потайную лавку. Нет, он не идет пока в потайную лавку, 4000 имеет, может все-таки Тараску сразу себе купит полную. Кто знает, кто знает. Нет, все-таки да, летит ему Бюсл, все, это Бюсл, теперь ему остается купить только Тарасочку вместо ТПшечки, и даже с Владмиром можно оставаться и драться. Так, тем временем, ой, как больно вешает Бюсл, но, да, так можно Мановой, в принципе, прожимать, не будет прожимать Мановой, убьет и так, в принципе, антимаг в соло этого Сларка. Вот вам и антимаг. С Абюсалом. 23 уровня, если его заберут, то это надолго. По-моему, больше никто не имеет такой уровень. Герокоптер имеет 14 уровень. Найтсталкер имеет 17 уровень. В общем, судите так вот, как получается. Заходит уже антимаг. Так, ловят его в ул. Сейчас будет стан. Еще раз цепляют его. Улетает он на ТПшеч, то есть на блинке. Вообще ничего не боится, по-моему, этот парень. Так, улетает, 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 и никак его поднять. Эх, эх, не получилось. Эх, не словили антимага, пытались, пытались там, но он как-то убежал. Молодец, антимаг хорош. Что мы имеем по опыту? По-моему, по опыту мы имеем 14 тысяч, более 14 тысяч преимущества от ребят с команды US. И более 10 тысяч по колде. Так, ну такое уже выиграть на самом деле сложнее будет. Ребята из команды US забирают Рошана, но тут же палят это все дело команда 7 Hit благодаря Clockwork. И, наверное, могут будут пытаться сами забрать. Нет, тут Найсталкер тем временем пытался убить Рубика, но его защитил Clockwork с ним присутствием. Возможно, побоялся. Хотя, я думаю, этот Найтсталкер мог все это делать. Так, Найтсталкер время забирает все-таки. У него сомнетик, он забирает Рошанчика. То есть пытается забрать его, по крайней мере. Должны влетать ребята, на самом деле, с команды 7 Hit, чтобы выиграть эту драку. По-моему, уже пора. Так, влетает Сларк. В тучке он уже. Так, два кулдауна. Боже, какие два кулдауна. Что это вообще происходит, на самом деле, непонятно. Забирают ребята Найтсталкера, забирают сейчас ребята и, в принципе, Герокоптер. Хороший Хэстэм, в принципе, залетает, но никого не убивает. Он просто немножко подамажил того Сларка. И на этом все закончилось. Сларк сейчас быстренько возобновится. Так, летит Курьер. Кому-то вылетел, уже непонятно. Так, все забирают правильно. И ребята из команды 7 Hit. И все, и, в принципе... Фу, Герокоптера есть Роша, пол хп у него есть, можно попробовать ребятам забрать его. Ну, Сларк, по-моему, куда-то отошел. Сларк отошел на базу, у него есть башер, ему сейчас его принесут. Есть манта, по-моему, это прям не Сларк, а какой-то антимаг. Только БФ не хватает для фарма. Ну, вместо этого у него есть ШБшечка. Так, быстренько сейчас хилит ману. Не забрали все-таки Рошана. Там Рошан сейчас быстренько, наверное, возобновит себе это ХП. Может, не возобновит, может, его заберут раньше. Кто знает, кто знает. Ну, ребята хотят. И это видно. Ребята из команды 7 Hit хотят это сделать. Хотят забрать этого Рошана. Светят. Убегает Рошан. Так, пинают втроем пока Рошана. Прибегает Сларк.
Сейчас должны его забрать. Но тут ребята заходят. Ребята, сейчас у Шейкера нет АХСЛМа. Кулдаун залетает от Рубика. Неплохой кулдаун. И забирают быстренько Лину. Ребят, Лину. Шейкеру нужно отходить где-то. То есть он отошел так. Боже, что творит этот антимаг? Антимаг в итоге всех чуть ли не забирает. Боже, забирает. Всех вообще. Нужно что-то сейчас делать этому Лешаку. И Лешак умирает. Минус 4. Плюс Аегис. Это минус 5, по сути. В одну Лину. От одного антимага. В принципе, там просто сделал это все антимаг. 25-го левела парень. Ребята, если нужно есть выкуп, нужно выкупаться. Сейчас Т2 они быстренько дадут. Ночь прожимается, потому что день на улице. Все логично. Ломается Т3. Ребят, не будет очень даже долгое время. У Сларка нету выкупа. У Лешака есть выкуп, но, по-моему, он не особо много чего решит тут. Возможно, все-таки будет... Ой, это не... Это бабочка, это не баба... Это не... Как он называется? Ну, по-моему, да, ему парень усвоился 1500. То есть, 1800 хп ему вполне нормально. Так, залетает быстренько... Антимаг на Рубика, который что-то стырил. Так, это ГГ, ребята, пишут ГГ, это 1-1. Поздравляю ребят из команды US. Это будет сейчас третья игра. Очень хорошо им сыграли и шли более-менее на равных. Админ, что? Что на этот раз? Да, я тут, я же каменчусь.